Республики Казахстан, мастер спорта Ержан Кузимбаев. Ему 19 лет, боксом занимается 9 лет. Счет боям не ведет. Ержан – победитель международного турнира в городе Алматы 2008 года. Тренируется под руководством тренера Шахана Дасыбекова, который готовил его к данным соревнованиям. Второй раунд. В синем углу отдыхает кандидат мастера спорта из города Кан, спортивный клуб Абдышата, Эрмек Сакенов. Ему 20 лет. Боксом занимается 4 года. Счет боям не ведет. Эрмек – чемпион Кыргызской республики этого года. Тренируется под руководством заслуженного тренера СССР Геннадия Анобриева, который готовил его к данным соревнованиям.
ветеран. Победителя международного турнира, посвященного памяти героя Советского Союза Душенкула Шапокова, завоевал Эрмек Сакенов.